Это я видел, да, какой-то, блядь, Valorant. У меня точно обновилось, да, нормально? Почему вы про что-то другое говорите? А ты про что говоришь? Ну, я вам скинул в Дискорд, у меня, это у меня меню так выглядит. Ну, все правильно, да, как у всех. А, вот, а ну, то есть у всех, ты просто сказал они сзади, я смотрю. У меня там разные... А, разные, нет, у меня вот близко показывают. Они, это глаза, и они в разные стороны, все хорошо. Окей, я понял. Ну, хорошо, это громко сказано, конечно. Бля, я правда не понимаю, но типа... Так, я стрим подрубил. Да ради бога, с этого можно начать. Почему он стал выглядеть хуёвее, чем когда мы 7 лет назад начинали в это играть? Или сколько? А, ебать, это док. Не, за вот 7 лет его жизнь потрепала. Вот этот вот прикол с уходом в черный экран на этого нового персонажа — это полная хуйня, потому что думаю, что у тебя что-то там навернулось постоянно. Так. У меня зеленый экран сейчас ушел. Не, ну слушай, вот Леон... почитать биографии чуваков, чтобы понять, вот кто черный. Тут трансгендер, кто гей и вообще... Леон выглядит нормально, как нормальный оперативник, это вот этот вот какой-то странный. Киньте инвайт, кто смотрит. А я тебе кину. Да? Не, нихуя. Только Лёфта 2, Лёнь. Так, Shift. Это возможно... Кто-то другой может попробовать, сейчас я попробую. Shift F2, погоди, сейчас я кину. Не появилось. Чат, вот появилось, да, вот. Адзаки есть. Во. Все хорошо. Но это стандартная тема, что от кого-то не приходит. Да, 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 все нормально. Че тут? Игре всего лишь столько же лет, сколько мне, да. Она еще в бета-тесте. А кстати, по-моему, это же все еще в бета-тесте, рейтинговый режим, не? Ну, возможно. Нет, че, он 3 года назад вышел оттуда. Да погоди, привет, чатик. Может, потом он обратно вошел, хуй его знает. Привет. Как это? Выйди и зайди нормально. Да. Так, что, мы все здесь вроде. А, повторы в бете. Так, блять, что там, быстро игра или безрейтинговая? Я уже опять... Быстрая. Я сейчас нам это, ебану бустер, чтобы это качались. Давай. Пиздец. Так мы что, наиграем 2 часа и уйдем. На 3 дня не поймем. А я хотел предложить Радионаут завтра. Ну ладно. Давай, не, ради бога. Это предложи, что ты? Я готов играть в Радионаут. Да, реально клевую миссию ее давали. Помните дом? Вот это ваша любимая, да, миссия. Что ошибка? У меня ошибка стремления, да? Matchmaking error. Да. Все, заебись, да. Нормально. И, по-моему, и, короче, Леня вывалился. Его очень сильно переделали. Там очень мало... Ох, поиграем, ладно, поебать. Ну, у меня ошибка вылезла, да. Сайдет вылетел, а у меня просто ошибка вылезла. Чё-то кажется, это я зря на SSD все поставил. Почему? Да, у меня чё говорит, что первый раз она не очень хорошо запустилась. Я перепроверил, mm-hmm. Что-то докачалось и... А, сайт этот громкий очень. Ладно, сейчас попробую. Я же вроде убрал босса. Да я тебя выкрутил, наверное, на 300%. На 150. Вот, да, убрал. Окей. Okay. Что это за звук мата да, был? Да, что-то, да. А это было у меня, я проверил, работает ли, работает, заебись, спасибо. Я решил тебя запикивать. У меня тоже такое есть. Блин, ну я... Ну что, так сказать, сработало? Ой, ошибка. Нет, ошибка подбора. Так, давайте кто-то другой соберет. Короче, сегодня не меня, запробуй, ну. Не, просто пересоберите. А ты один попробуй зайти с сайда, один попробуй в игру зайти. Блядь, ебучий, хотя бы поиск начать отменить. Да он выключился к хуям собачьим. Так, а... Попробуем поиск начать и отменить, может, как старый добрый сработает. Чё-то это давало когда-то. Сейчас я перезапущу из Steam и всё вообще. Да похуй, пока поможет. Так поиграем, это же... Давай, да. Вон Сашку можете подобрать. Здрасте всем. О, здорово, Сань. Здорово. Мы стрим. Мы стрим, и у нас теперь есть вот такая кнопка против тебя. Ну, на самом деле, она не очень будет. Блин, она... Это правда. Да, без тебя зашло. А спорим успею, Сай, спорим успею. Провоцируешь меня? Спорим на ваш канал, что успею. Да понятно. Началось вот это. Твой тоже проебал, решил... Да, я говорю свою. А ты незапрещенное слово начал говорить, что ты? Такой Денис даже, по-моему, не банили ничего. Или банили? Он сам его себе забанил, блядь. А, ну свой забанил. Мой канал, да, хочу и баню. Привет, да, чатик лорками с Кристин Ткач. Настоящий мужчина, захотел. Так, а Азами это кто?
А Зами? Зами это новенькая. Новенькая в классе. Это которая ледяную шнягу делает? Да, да. Которая Спайдермен? Я играл. Да, я играл. Ага. С нами конец 229 играет. А что, мы сегодня не подобрали? Нет. А что, Сайда же был? Или куда он съебался? Был, но он не влез. Сайдер не влез. Ну, вы решайте, стоит ли ливать, когда все. Да ладно, сейчас а что за игра? Аутбэк, конечно, стоит. Погодите. Аутбэк. Иди, псина. Аутбэк это кто? Это... Аутбэк это Австралия. Карта. Самая новая карта. Я видел ее один раз. Самая, Саня. Аутбэк. Это что-то зад спины переводится, наверное. Зад спины, да. Там же Хогвартс сделали, как там этот. Это изнанка спины, Заки. А, как в Stranger Things. Позвоночник. Изнанка. Нет, Stranger Things это upside down. А за кого играю? А, да. Человек-паук. За того, а можно эту, паутиной в ебальник пульнуть противнику? Ну, смотря вроде какой. Нет, она, по-моему, только это, только к стене приляпывается. О, нет, к двери тоже я дверь замазал. Так, Костян, уходи. Сам уходи. Я думал, это ты тебя стреляет уже. Охуёшь ты. Что, блять, у меня звука нет в игре, пиздец, что за хуйня? Что такое было в прошлый раз? Та же хуйня, да. Да не, всего 7 лет. Саня просто сам все звуки делал, он когда стрелял, он такой трррррр. Я не понял, как я починил, я перезапустил, у меня вроде это заработало. Заки, я не говорил, что-то в микшер заходить там, посмотреть эти. Заки. Чего? Я тебе крайне советую убрать этот донат. Нет. Он за 666 рублей можно терпеть скример. Спасибо, Лорка, ебал большое. Ебал я рот такую хуйню, я его выключу, Заки. За деньги, Заки, готов терпеть все, что хочешь увлекать себя. Ай, бля, наверху уронил прям над точкой, там второй. Здесь я как сорви голова, только глухой, а не слепой. Нормас, нормас. Наконец-то прикольно это было. Я аж соскучился, удачного стрима. Ну, большинству нравится, не знаю. Я что-то не вижу, чтобы большинству нравилось. Блять, ну все, пришли, блять, душнилы вместе в одно место. Ну, сорян, блять. Они как могучие рейнджеры, они в одного мощного душнилу могут собраться. Учи, Андрей. Андрей, спасибо за 250 рублей. Go, пи***, рейнджер! Блять, слышите, захват происходит. Да похуй вообще. Тут стендап Леонида происходит. Нормально же получилось, что-то. Ничего, да, вообще огонь. Ну вот это заходит. Я VPN не отключил. Вот в этом было, видимо. А, ну вы, да, скорее всего, да. Да. Он это. А у тебя VPN на всю систему или на браузер? На все вообще. Ну okay, так это было. Я просто забыл реально, что оно есть. Я его включаю, не выключаю. Была проверка на вшивость. Слушайте, а бывает VPN на отдельную вкладку? Бывает такое вообще? Ну, если что, Денис, Сайдет не ответил прямо на твой вопрос. Почему ответил? Я ответил на все вообще. Это может означать разные вещи. На весь компьютер, я имею в виду. На трусы. На наушники. Все, да, у меня находит, если что. Я пукаю в Амстердам, а музыку слышу из Германии. Чё, блядь? Блядь, всё, поборолся, нахуй. Чё, ты пердишь там сидишь или что? Денис. Кстати, на ноутбуке, знаете, есть такие рубцы на кнопке F и на кнопке G на клавиатуре, чтоб ты вслепую печатал. Да. Чтоб ты пальцами нащупывал точки отсчета. Так вот, короче, на геймерском ноутбуке и на W есть такая же штука. Чтоб ты знал, на какие кнопки ходить. Денис, у меня... Сейчас скажу, чтоб ты знал. На моей клавиатуре обычной, ну, механической, тоже есть на F, например, на J. И вот на VSD... Механические, они же тоже геймерские. Славься, J! Простите. Это из Южного парка?
Ага, блядь, из Южного парка. Из Men in Black это. А, точно. Это эти маленькие говорили. Насекомые. Блядь, насекомые, да. А почему я не могу перелезть через перил-то, господи? Ну ты... Пицца много. Это рядом с точкой. С точкой, блядь. Ну, не прям рядом, но недалеко. Техробор бендит? Да. А, ну у меня пинг, да, от 100 до 200 скачет. Блядь. Не знаю, что Таня сказал, хотя он вроде не свалил. Второй этаж? Нет, первый пропилили гараж или что это такое, я не знаю. А, знаете нет, почему? Потому что я бандиты и генераторы не поставил. Я хотел сказать, что это рыбовые стилы, а не это. Ну, не Денис, мы, Денис, вы чуть-чуть. Все? Остальные вроде вообще, нормально. У меня никто не рыбовой. Денис и Сайдет. Оу! Андрей, это что-то у тебя, Саня, я всех отлично слышу. Ну, у меня тоже нормально. У меня Денис иногда подлагивает, но понятно, что-то мы велосипед приходит. Ну, это интернет и такие, потому что... Конечно, чтобы интернет был. Так, фьюза убил. Блин, я вчера двое зашли в этот. Заки, около тебя двое. Один уже теперь за машинкой. Нет, двое. Один на лестнице поднялся на второй этаж. О, так, одного убил разбил. Кого-то. Взломали камеру. Норм, красава! Можно вопрос, Денис, он ролики на канал не будет делать, пока ВС не успокоится. Видел вчера в аэропорту, или позавчера, не помню. Пауэрбэнк, да, и самолет тоже видел. Велосипед, короче, садишься, там столик такой на велосипеде, крутишь педали и заряжаешь девайс свой. Ебать, это круто, кстати. Я так понимаю, Леня усмехнулся, прихлебнул и пошел дальше. Само собой, мне вообще ничего заряжать не нужно. Я все зарядил ночью заранее. Что это, блядь, за сложнейшие этюды. А вот это мир. В смысле технологии, хотел сказать. Не, реально мне понравилось. Со стороны смотреть. Штука. Видишь, Сайду тоже понравилось. Да, я представляю, как Леди сидит в девайсик. Андрей, спасибо еще большое за донат, но давай не будем на этот вопрос отвечать. Поживем и увидим. Пожуем. Пожуем. Леня, только еди опять. Ну, как же. Господи, что куда у нас... Прошло уже 4 часа с того момента, как я ел. Пиздец. Пора есть. Вообще норм, красава! Нет. Доброго вечера. Хотел спросить, когда у Дениса... Есть пора было 3 часа назад, теперь уже поздно. Коротким рассказом. Леня уже завещание пишет. И хотел услышать новые гайды от Лени. Так, ну чё, ебать. Время Валоранта. Спасибо за донат. Может, вы это меня подберете нахуй, потом один-один всего лишь. Нам заебись. А, кстати, да, о чем мы тут сидим-то? Давай, ну, ладно, ладно. Спасибо тебе большое. Сломается все. А что делать-то? А, выйти? Я тогда перезагружусь, перезапущусь. Давай. Может, у меня появится звук. Пизда-то будет. Злой ждет нарезки. А ты его точно игру эту включил в своем микшере, Костян? Абсолютно. И новый гайда от Лёвы. Спасибо. Фу. Вы кинули инвайт? Подозреваю, нет. Нет, нет. Никто не кинул. Ну давайте я попробую кинуть. Ну попробуй. Я Легион тебе говорю, этого еще так, Россия, пока в России пока в целом 400 запускается. Лет не будет, не только в Серове. В России 400 лет не будет. О, о, пришло. Ну, мне фотку прислали в этот Xbox yeah. Series Дик-пик. S в... А? Нет, в 28. Hot Wheels? В Турции. X? XSS, который, а, ну, Series S. Дешевый, который. 512 гигабайт SSD, да, 28 тысяч примерно, в пересчет. А знаете, а по факту там 360 где-то SSD, это пиздец. Это на 3 пиздец. Игры большие. Ебать. Так, я зашел, чё, кто кидает? Так, мы уже все собрались, ну, тебя. Тебя ждем, Лёнь, ой, вперед, Костя. Дайте. Угу. Да, я вот вроде ждал, сейчас пришло.
Так, Shift-F2. Слушай, у тебя давно у всего автоматического оружия когов нет? Некоторых есть. Я вот что-то ни одно не могу найти. А, во-во-во, это... А, это 1.5, это 1... Все, все, нашел. А, да, все, у нас есть. Ну, у многих так, убрали, да. Запускаю, да? Давай посмотрим. Прокаженный сайт или нет? Не-не, все уже, я все выключил. Да, и правда. Я до сих пор не могу отойти от этого культурного шока, когда мне вообще не нужен VPN. Я уже отвык от того, что ты куда угодно можешь без VPN зайти. А ну, что есть? На самом деле на налог.ру на не можешь. Или да, на госуслуги. И чё ты, блядь, ну на Pornhub можешь зайти, и чё? Ну и все, о чем мне еще надо-то? Типа, я, знаешь, я просыпаюсь с утра, у меня есть выбор зайти на госуслуги или на Pornhub, как ты думаешь, куда я захожу? Тебе уже есть 30? 30 чего? Лет. Есть. Ну тогда это госуслуги, блядь. А 32 есть, Денис? Нет. Ну вот. А что, ну вот, а если было 32? Если бы было, то что? Не знаю. Вот если бы 33, тогда бы у меня уже были вопросы, но 32 еще ладно. Какие у тебя вопросы к 33 были бы? Ну типа, ты что, блядь, это же ты важная что? Дата. А чего ты, да. Я забыл. Писькодранка, спасибо большое за донат. И можете пиписьки. Окей. Ну это Денису как раз с утра надо. У него так, там какие-то. Это пи реально работает или. Да, да, реально, это кнопка. Так кнопка же. А, ты в том смысле, вижу, что она автоматически. А можно да, не да. забыть ее нажать? Легко, нахуй. Сегодня я, скорее всего, продемонстрирую. Не надо. А как вот это заделать? Скорее всего, ты пока что ни разу ее не нажал. Да, твои 50 матов за сегодня ни разу не было пи. Я же не все подряд. У меня палец отвалится. А-а-а. Пацаны, там какая-то бочка в подвале, которую нельзя заделать, как стену. Ее никогда только нельзя было заделать. Я хочу сказать, что Денис, вот только в этих случаях я нажимаю ее. А зачем слово «молодец» запикивать? Ну, потому что оно не соответствует действительности, это фейк-ньюс. Дырка там. Дырка там. А у нас есть ледяная дама-то вот эта? Пусть сюда да. кинет лед да. свой. Бочку задел. Один вниз, один вверх. А, это цемент. Так оно что, оно рукой разбивается, Лёня, это не перманентное. Ну что, оно стрелять-то он не сможет. Ебать, ты отлично прикрепил. Кидай в стену вот сюда. А, тихо. В ровную стену, чтобы она продолжала ее. Так, что-то ебануло. Да, Денис ебанулся. Могу похилить, если встанешь. Там есть склад, 3 человека там. Ай, и наверху над точкой. Там глаз на лестнице. А чё он внутри не сработало, я что-то не понял. А он на плоскости не в той, наверное, да, прилял, да, она же кривая. Она прямую стену продолжается, этот. Вот к самому краю прямой стены. Сука. Хорошо. А чё не добил? Ну, так она мёртвая, если не добил. Внизу в бочке. А, да? Я думал, она... Уебать. Я на килками видел, как ее отбросило. А, не, у меня, я когда смотрел с глаз, она просто упала, как будто ползла. Ледяная дама от создателей пушистой женщины. Ну, она правда ледяная дама, чё ж тут. Я думал, это Лёдик, она типа жена Саб-Зира. Да не. Это лох. Это единственный оперативник, название которого Лёдя помнит, Сиджи Саб-Зира. Да-да-да. А, блин, у него гарем целый. Смотри-ка, Фрост тоже как у нас Саб-Зира. Ну, у нас сейчас 3 человека в таблице Саб-Зира. Ага. А третий? Ну, потому что 0. Ну... Не, только Саб-Зира это ниже 0 вообще-то. Лёня тоже решил примкнуть к Power Rangers'ам. Ну, да, типа, да. Под нулевый. Нам же надо этого Хультрона собрать, или как он там называется. Гриндайзер. Нет, это другое аниме.
Вы не понимаете, это другое. У нее лицо отвалилось, это да. А лицо? Что-то полезли куда-то. Противник обнаружил хим-контейнер. Я думал, я не тем играю персонажем. Ёб твою мать. Кто-то там проволоку растянул. Блять! На лестнице баг. С дробовиком. Угу. Что-то бомж с дробовиком. Ой, ебать, нихуя. Вот, кто бандитом-то играет? Он вот над тобой справа. Над тобой справа он был. Так, надо мной справа точка. Ну, тебя точно на этой лестнице убили? А, все видел, да. Угу. Я говорю, он куда-то туда ушел. Тут я не знаю уж куда точно. Хуя себе. Мне с окна прилетело. Не знаю, куда он. Может, вниз спрыгнул? Вон, вон, вон! Блять, я хочу его зарезать. Это как бука по 90 градусов убить стрелять. Тут просто в окне еще один запрыгнул. В окно еще запрыгнул Заки. Сука, куда бежать, блять? Блять, на точке. Наверх. На точке уже двое, да, так что я думаю. Это ге-ге. Так. Он возле тройной стены будет. Ага. Да, тут уже из вариантов. Да, Вов, молодец. Заки-то в одном наушнике или в двух? Я в одних трусах. На голове? Да. Своих? Удобно. А? Своих? Своих голове. Своих. А у тебя на носу перед или зад? Зад. Зад? Не знаю. Черкаши есть? Конечно. А иначе какой смысл? Облизнулся Костян. Я просто вспоминаю персонажа Трусанюх. Ваша задача. Это ты? Нет. Блять. Снова вот это ужасное чувство. Я сказать, что сегодня хуёво как никогда. Нет, чуваки, мы, еще не хуёво. Мы просто... Допью адреналин раш. Я покажу вам, что такое хуёво. А какой у тебя Костян? Какой-то... Silver Energy. А адреналин раш какой? Silver Energy. Я понял. Начнем через 5 секунд. А в чем шутка была, Лёня? Да что-то, блядь, поострить Лёнь там захотел дохуя. Блядь, панч не сложился. Так, какими... Слева, слева там есть сайдут. Да, видел, да. Ты, главное, сам не встань сюда. Не-не, я все, я ушел. Мне там не понравилось. Охуенно. Ну и что ты сделал? И как нам это помогло, скажи мне? Сейчас. Так, хуяк? Блин, нихуя она завернулась, ты видал? Что-то пиликает. Это мое пиликает? Да, мое. Нас обнаружили. Блять, я на тебя нацепил.
Блять. В конце коридора. Внизу. Налево убежала. Бля, тут же эти везде оки висят. Чё, никто не видит? Валькирия, что ли? Да. И вот тут еще. На бочках. В конце коридора был человек, Заки. Угу. Охуел. Все, минус убил? Человек. Да-да-да. А, не, блядь. Где у тебя там, блядь? Да вот, в комнате. Не-не-не, справа, Костян, внизу в подвале. Внизу на лестнице. А, ты спрыгнул. Да-да-да, там. Накусил я. Синокосец. Вот в этом двери, в две этой двери меня убили. О, нихуя ты какая, да. Жесткая. Один враг еще жив. Защищайте химконтейнер. Ух ты, блядь. Хорошо. Нормально. Противник устранен. Ноль пожатых ручек. А? Ну, ноль поддержек. Ага. Ладно, я в целом все понял про нового персонажа. А которого из них? А, заказывали. Там много же было вроде. Это который Валорант. А ты понял, по какой траектории его штука катится? И можно, ну, да, ли вообще его контролировать? Стенку и... Вообще норм, красава! Всем добрый вечер. Не проложится на 5 метров. Псиносалатная, спасибо за донат. Так она реально, там не видно, там стена какая-то получается. Да, как, да, она просто стена завеса, как в Валоранте. Ясно. А может, Валорант? Ну уж нахуй. Ну, были бы мы лет на 15 помоложе, можно было бы, конечно. Вроде как-то в Counter-Strike еще хотели, не? Ну, были бы мы лет на 15 помоложе, можно было бы. А Counter-Strike тут при чем? При том, что там много вот педофилов, и они бы тебя выебали. Второй. Первый, второй. Прием. Блин, я не навел смешных фильтров. Да, я понял. Данных по контейнеру нет. Приступить к заданию. А дудки у вас там есть? Какие-нибудь? Может, ой, все. Это не то. Так, вижу, Заки уже выстроил стену. Да. Случился Валорант. Погоди. Не один, ну все, теперь уже. Да я уже понял, ладно. Запускаю бота. А точка-то где? У Ка. А, понял, где точка, окей. Ну типа вот за этой стеной. Ты так делаешь, так и делаю, козел, а? Ну пиздец, блять, так зафлешил и пиздец. А, нихуя никак не зафлешил. Ебать, Денис сейчас киберспорт дал. Бля, у тебя может ягер в спине оказаться. Бля, да, так и было, только это алиби. Противник обнаружил вас. Я только развернулся. Да еб твою мать. Три пули из пистолета. Хуя. А как это? Хуя. Хуя, о! Ты ее ебашишь. Группа нейтрализована. Не понял, как ее не сбил. А, ну, видимо, он там подошел. А как ты ее мог сбить? Это же голограмма. Ты же, а, он стрелял. Он тут же активировал ее. Девайс. А. Любой же девайс, по идее, может сбить. А, ты про сетку, а, что ли? Я ягер сломал твою хуйню. Ты не попал в сетку, не долетел. Понял. Пацаны четко отыграли. Нормас. Да. По красоте. Так, найти другую. Продолжить игру в команде.
Воу-воу-воу, они что-то страшное сделали с батлпассом. Мы сыграли один матч, у меня два уровня поднялось. Раньше нужно было сыграть 6 уровней, чтобы один уровень поднялся. Нет, это как-то странно работает. Типа сейчас у тебя два уровня поднялось, а потом, видимо, тебе, ну, скажут, пустись, красавчик. А мне вообще хуйню не дали. Да не, я думаю, они, скорее всего, сделали обычную прогрессию. У тебя на начальных этапах он заполняется быстро, а под конец там надо умирать будет, и ну, все. Да. Ну, что? Надо умирать. Там надо будет умирать. Время умирать, Джеймс Бонд. Блин, они бы хоть не знаю. А, миссии? Этому зеленому киселю бы какую-нибудь, не знаю, блять, анимацию сделали, что ли. Нет, ты не понимаешь, тогда это не будет похоже на Valorant. Окей. Чтобы еще ввести похожего на Valorant. Огненные стены или что там было? Бог, Resident Evil только за донатную валюту. Жаль. Блин, зашел купить в Steam Fear. Он продается только в составе сборника за 60 ебаных евро в 2022 году. А погоди, блять, ебать. А нахуя ты за евро покупаешь? Почему ты не стал гражданином Казахстана? Или Турции. Ну, или Турции. Потому что я не в Казахстане, или в Турции. Ну, не, мало ли потом, Габен же может доебаться, если он засечет, что ты... Он нет, не доебется. Сам нет, прогоняешь. Я... А уже... там что, цены сильно отличаются, что ли? Очень сильно, да. Да? В Казахстане даже может дешевле быть, чем у нас раньше было. Да. На PS-ке точно. Ты что думаешь, я, блядь, на евро-то не перехожу нигде? Просто так, что ли? А я вообще не знаю, как ты игры покупаешь. А, о, нормально. Нет, нормально так и покупаю. Там же надо карту другую привязать в первую очередь, чтобы сменить регион. Все верно. И я этого не сделал. Сделай себе Казахстан, хуй знает. Не знаю, тут Турция, по-моему, сложнее делается. Там явно не захочешь. Да, там что-то, блядь, какой-то сервис надо регать, хуё-моё. А на Казахстан просто через Киеве закидываешь денег, рублей и все. Но там есть проблема, что не все игры есть, если через Казахстан покупать. Например, колды нет. Есть. Колда там конкретно есть, да. А, есть. Я там еще нет, но да, пацаны купили через Казахстан. А, это если регион Казахстан уже получается? Да, ну, да. Ну, конечно, да. Я не про то, что надо, можно просто денег закинуть. Регион надо сменить. На платиру за 100 рублей делается. Ну или через VPN, говорят, можно попытаться. Нет, VPN тебе недостаточно, тебе нужно карточку. Тебя забанят за это. Тебе, да, надо заплатить картой казахской. А, понял. Жаль. Надо, наверное, доступ к своему аккаунту давать и Steam Guard код, например. Да. Перезапустите поиск. Он вообще, блядь, не запущен, закинь. Запущен был. Да. Запущен был. Видишь, вон там три черточки. Три квадратика, точнее. Все у нас запущено. Опа. Денису любимая карта. Только, пожалуйста, да. Не ливайте. Это его любимая карта всех вообще. Очень проблемно собираться стало, знаете ли. Да, это из-за Дениса все. Че, своим любимым персонажем поиграли? Точно, пора переходить от кринжа к базе. Блин, Сайда-то, да я сыграю разок-то за неё, а? Ну, я не играл, хочу, ну ладно. А я тоже не играл. Хочешь? Хочу. Вот, смотрите, пацаны тоже любят эту карту. Забанили всех. Нормально. Забанили всех, кто неиронично любит эту карту. Почистили генофонд. В
А вот эти вот точечки, блядь, между нашими командами, если на тап нажать, это означает что-то? Это защита, да. Атака, что-то. А что это? Как этим пользоваться? Ну, да, показывается, кто выиграл, где, когда выиграл, да. Какой раунд. Вы, кстати, там все интерактивное кино решили пройти вдруг, Костян? Да. Денис. Да? Интерактивное кино, это что? Heavy Rain, Beyond, там... Supermassive. Нет, блядь, Down. Какой Heavy Rain? Какой, блядь, Beyond? Supermassive в копе, который... Эти три игры-то? А, не, да. Я в смысле про жанр. Нет. Нет, мы решили только трилогию, антологию пройти. А чем тебе слово трилогия не понравилось? Их там не три раза? Ну, потому что их будет больше. А, больше? Ну, пока трилогия, потом квадрология. Я что-то с третьей решил начать. А, все так же нормально. А в соло-то нормально играть? Пусть знает, мы не пробовали. А, она еще кооперативная? Да, там без страха. Да, вы в этом прикол весь. А, да, я на Steam Deck вот пробовал в одного, нормально. Ну, типа, нормально. На том стеночку пробить где-нибудь? Готово. Нихуя у Орден это побафали невидимость, она очень долго длится. Пиздато, круто. Кайфово, ништяк. Наконец-то что-то произошло полезно. С кем-то, по-моему. Кто-то кряхтит, да, я слышу. Бля, пизда ты гнусная, сука. На третьем этаже уже, Яна. Вот тут. Монтани спрыгнул. Заки, вот там Монтани за стеной. Сейчас помечу, вот. Идет. Пикает. И там еще один спустился. Этот, как раз. Валорант спустился. Вот-вот-вот, капкан кто? А, ебать, нет. Я, по-моему, повалил, да? Или... Okay. А, это ты его повалил? Вот, да. Ты кто-то по-японски разговаривает. Это... А, ты забыл браузер закрыт, башня. Наверное, какой-то. Колонка говорит. О! Сайлес всех убил, что ли? Нет. Нет. Фига, ты глазастый. Привет, Питер. Всем чат. А Торн что делает? Это кто? Она минус понятно, ставит. Я прочитал, там написано. Да, притягивающиеся мины вот эти. А, это которая присасывается к стене или что-то такое? Или нет? Да. Ну, со стен присасывается. Тут все, либо присасывается к стене, либо какую-то завесу делает. Они уже не знают, что еще придумать-то в этой игре. Лестница. Раз я говорю. Перерисовать интерфейс, например. Оперативник со стремянкой, который будет люки снизу вверх заделывать. Я давно хочу. Так можно играю... этим. А, я же можно прыгать этим ониксом и заделывать. Ну, это не то. Почему? Да то же самое. Ну так он же ломает, а как он их заделает? Я что-то не совсем понимаю. А, ну, наверное, никак. Ну ладно. Если он сломает, он и не заделает. А выше можно подняться здесь как-то, нет? Вот я вот над вами, а еще выше только, можно? Только атакующим. Ну там вот эти вот балкончики специально. Да, все, я понял, окей. Так Эйса же заказывали, я не в той команде играю. А, бандит был. Ну нам немножко не до заказа все. Меняю магазин. Сегодня у нас киберспорт. Ничего себе, фулл стенку заделали. Ты испугал. Бабушку? Да. Деда. Деда, да. В лифт лезут.
Можешь поменять, чувак, сейчас не выглядит. Стоп, Лёня, а как ты туда забрался? По лестнице. Я выше, мы на первом этаже, ебать. Да, 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 я же спросил. Ай, вот выше как раз есть. Там IQ. Меня шакалит. Она еще выше, на этаж. Я высматривал, высматривал, а что-то... Не получилось. Не знаю, куда бы зарядить цемент свой. Так, это кто? А, Денис, это ты, над тобой, короче, где-то. В моей гуйне. О! Воу, блядь. Окей, блядь, нихуя себе. Мы под защитой. Что, надо рано сработало просто, хренеть, я же испугался. Денис, по-моему, на твоем уровне. А это что такое? А, это твое? Блямба моя. Так, на точке. Слева, что, взорвалось прямо перед тобой? Нихуя ты. Блин, а ты что, не слышишь? Нет, ты же орёшь мне в ухо. Ах, ну конечно, я орал потом. Не, я-то сейчас в этих, в затычках, в ушах. А, понятно. Хреновых. Все понял. А то там просто взорвалось прям слева, прям рядом где-то по звуку. И ты такой, чё? Да, я просто не знаю, что где на этой карте, поэтому... Что там где-то взорвалось, вообще похуй. Вообще. Так. Да, я хотел сказать, сейчас будет круто, но я забыл, что тут нету ни хера окон на этой карте. Сейчас будет не очень круто. Сейчас будет совсем не круто. Полная противоположность крутости. Найдите заряды с помощью бота. Так, блять, где мой робот? Пиздец, я в каком-то лабиринте. Ого. Hello. Привет. А чё вам из игр Кейджа больше нравится? Вот из интерактивного кино. Until Dawn. Это не Кейджа немножко, но... В это вы прикол. Я не фанат Дэвида Кринжа. Понятно. Мне все, в принципе, нравятся. Я даже не могу определиться, какая больше. Мне даже Beyond нравится. Да, ну, Beyond просто говно, блядь. Да, Beyond, блин, лучшая игра. Я не понимаю, почему. Потому что там ужасающее рваное повествование, сюжет дерьмовый. Он сюжет там, блядь, абсолютно не дерьмовее, чем в любой его другой игре. Ну, я согласен в целом. Типа, да ладно. По крайней мере... Но ну, там, слушай, там в Heavy Rain отличный play. Сюжет. Чё ты? Нормальный. Нормальный. Ну, точно лучше, чем в Бионде. А, нет, блять, этот кокаиновый сай-фай и ФБРовец. Хуй знает. Да ладно, нормально, чё. Или на чем он там, на крокодиле сидел? А там же не, даже летал. Есть мини-игра с дорожками, да? Или я что-то плохо... Осуждаю. Осуждаю. Так я не уточнял. Я про бильярд вообще-то. Господи. Я вообще... Бильярд, не про боулинг? Где вообще? А, это боулинг, боулинг, да-да-да. Точка вот здесь вот, если это вам что-то скажет, но я не знаю, куда попасть. Да, я бегу к тебе за Монтанию, сейчас тебе помогу. Не надо, ты ай, ничего не... Ай, у меня враги здесь. Ох уж эти игры с шарами, я, блин, так не разбираюсь. Обидел меня, на моем трупе лежит. Сука. Да пизда ты какая, блядь, гнилая тварь, сука, без негатива. Чё ты так на кота-то? Я, блядь, сука, нахуй. Она всех убила вообще одна. Пиздец. Вася ебаная. Вася, да. Игру, блядь, удали, Вася, нахуй. Уроки учи, сука, на завтра. Как это было негативно? Без негатива. Ой, это было случайно.
тебя не очень много времени оббегать. Да, да я думаю, можешь взорвать что-то можно сверху. Себя, например. Нихера. Без негатива. Угу. Осуждаю. Бля, я не научусь правильные слова выкрикивать в нужный момент. Буду делать вот так. У меня почему-то какие-то дикие флешбеки с этого из медицинской практики, когда ты это делаешь. Я даже пришел, что ли? 10 секунд. Врывайся! Давай, прям бегай туда, давай! Ну, зато заряд обнаружил. Да все, кроме этого ебаного стакана. А чё, не будет, кстати, рубрика с гостями? На СГ. Я? Ну, у Лёни там спрашивали. Не, я же в этом стриме отвечал. Нет, пока ничего не будет. А, понятно. Моя лень эскалировала до небывалых размеров. До Барселоны. Аж пришлось ее на самолет поместить. Не напрягает кнопка сброса диффьюзера. Багаж сдавать. Ну, немножечко напрягает. Походу они на втором этаже, ребят. Ну, судя по тому, что вы на респе стоите, вам похуй вообще. Я отвлекся. Я какую-то кнопку нажал, да, случайно, и не могу теперь ехать роботом. Че нажать-то надо, блин? Прыгнул, нажал Enter и открыл чат. На сровку, блять, меня убили. 10 секунд. О, теперь могу ехать в машину. Нахождение заряда известно. Обезвредить. Пиздец. Очень сложная карта. Ну, кстати, нет, да. На самом деле, она очень простая. Смотри, как надо играть в нее. Вниз упасть просто. Жил отважный капитан. Он объездил много стран. Ёбаный рот, блядь. Чё за хуй? Он был душный уебан. И не раз он посещал океан. Ага. Раз 15 он тонул. Валькирия в лифте поставила сифор и смотрела на камере. Понятно. И ни разу даже глазом не моргнул. Перебинь. Ты что, так первый этаж, что ли, не любишь? Моя спецоперация тут началась, я себе кинул этот под ноги. Ну, я полагаю, не знаю, где диффьюзер. А он что, у меня был? Да. Тот, кто умер, того и был. Да ну бред, один хп у Торн. Аноним, спасибо большое за 50 рублей, сайдет как записаться. Лен, тебе нужно в лифт зайти, вот этот, справа тебя. А, Торн в коридоре напротив и лифта, на тросе наверх. Не, Лен, как, не лифт. А, можно и правда нихуя себе. Лёнь, Лёнь, ля, серьёзно, я не знал. Не, я почти её убил, кстати, да ладно. Она так долго на меня смотрела. Ну то, что так можно, я тоже не знал. То есть Денис так уверенно сказал, что на тросе, я такой, он действительно можно? Мне кажется, она поэтому тоже так смотрела, она не поняла, что за херня происходит. Пипизде золото, убегай, Костян. Смотри, слитки лежат. Вау. 53 секунды, ебать. Я уверен, что если по ним пострелять, они испарятся просто, как остальное в этой игре. Давай как Картмана проглатывай и запивай. Оп, нихуя я придумал. Я знал. Стена начала стрелять в ответ. Блять, просто рада тебя видеть. Справа тебя диффьюзер, Костян.
Точка под тобой вроде бы. Нет, точка где-то рядом. А чё? Как... Блять, Взял. А, ебать, вот она, нихуя. Да, я стал под тобой. Пошёл нахуй, блять. И ты нахуй, блять. А противникам слабо так сделать? Это напомнило одну из моих любимых песен. Там еще кто-то стрелял, да? Пиздец, блять. Говно просто, которое можно. Сайда, ты как записаться в твою школу-то? Расскажи человеку. Бля, это шутки 200 лет, чел. Челик. Ты че, блядь? Твои мамки прям. Челопендрик, я бы даже сказал. У Сайда уже не школа, у него уже институт. Ладно. Так, все, не ливайте, нажал продолжить игру. Карта другая будет? Ну, надеюсь. Кто-то гачи, блядь, включил. С котами. Нала Муратова, привет. Всем привет. Вообще норм, красава! Сабатона нету. А гачи ремиксы не могу включить из-за запросов. Так что спрошу, а как в институт тогда попасть? Собака с котом месяца. Весело. Чел, спасибо большое за сотку. Гачи ремикса не могу спросить, так что заказать, так что спрошу, как тогда в институт попасть с этот. Мне кажется, это было вот типа 30 секунд назад. Нет, про школу. Мне кажется, даже тогда это было не очень смешно. Да. Ну, Заки, как там говорится, 100 рублей, да? Чувак, ты поднял столиком, лучше бы жопу вытер. Больше бы пользы было, серьезно. Бля, мне кажется, можно порезаться или не знаю. Ну, блин, не рекомендую. Ты знаешь, в скольких руках эта сотка была. А что у тебя во рту, да? Потом у тебя. Да, если я правильно помню, это офис на первом этаже. Это, да. Это ОПНР. Это ОПНР, да. Я полезный. Я нашел. Блин. Я чего взял-то? А это что, заложник? Нет, это захват позиции. Спасибо заложника. Большое. На ним за 50 рублей. Террористы оберегают заложника от нас. Знаете ли вы? Жень, ты куда? Я не понял, куда бежать. Ой. О, нормально, пошло. Погодите, дайте я поставлю сразу веселую штучку. Блять, там чего? Эти хуевины, там эти да, хуевины. Да. Погоди, Лен, погоди сейчас секундочку. Ставь. Отлично! Ебать вы, блядь, тимплей тут организовали, конечно. Блядь, ты чё держишь? А чё ты нахуй ты это поставил? Да я случайно, я перепутал. Красиво было, конечно. Вообще просто раздал. Кто воюет и с кем? Я воюю из коридора. Ах ты, блять, сука, ну что такое-то? Без негатива. Лазер слева, его бы. Сейчас негатив. Погоди. Ух ты! Ой! Бегите, глупцы! Въебать, Денис! Леня, что ж ты делаешь? Спасибо, Леня. Да нормально. Берегитесь. Нормально.
общем, аноним, не знаем, мы кто такие хозяева. Когда Сайдер взорвал его кластер, вообще норм, красава! Будет ли выполнять коллекцию названия оперативников? Было уже не остановить. Я просто хотел сбить ёбаные, чтобы у него лучше летелось. Будут ли, Лёня, новые названия оперативников от тебя еще? Сегодня вот было. Но сегодня хватит, предыдущие были года два назад. Я думаю, это достаточно еще года на два. Саб-Зира женщина, или как там она? Морозная? Жена Саб-Зира, да. Да. Бля, я понимаю, что на Твиче нельзя задавать такие вопросы, но вот это вот сенс, это кто? Ну, типа, это... Ну, какое качество тебя интересует? Ну, типа, наличие пениса, например. За щекой или где? Где угодно, в общем-то. В одном из отверстий есть. Этот, архив. Ебать, Лёня, что с тобой? Чё? Почему ты назвал это архивом? А, это не он? Нет, это он. Нет, ну, это вроде как он, просто почему вдруг? Правильно, да, название. Ну так на машинке, когда едешь, там пишут название. Да ты что, не читаешь, что ли? Лёня в этой игре, блядь, этот компас нашел только спустя 3 года. Но он стал гораздо удобнее, кстати говоря. Лёня? С тех пор, как Лёня его нашел. Компас. Смотри, Денис, тут можно сейчас охуенчик какой провернуть. Иди сюда, смотри. Пизда им, блядь, нахуй. Подстреливаю. Лёня, иди наверх сюда, на второй этаж. Да я не могу. У меня проблема. Здесь окно мира, по-моему, или как она там называется. Мира. Я под ним, блядь, короче, лежу. Второго. Денис, что ты не прикрыл, блядь? А он на твоем этаже, что ли? Да, блядь. Ага. А меня снизу убили через свою дырку. Вот так вот мы помогли друг другу. Господи. Ты меня напугал, пиздец. Нет. Я на твою стрельбу обратил внимание, просто забей, все нормально было. Ой, зря я кинул. Блять! Это ты кинул это зеленое, да, говно? Ты меня отвлек, блять, в дерьмо. Я реально не понял. Он сверху, смотреть. Сверху, Заки, сверху. Ебать. Знаете, на что похоже? Я сейчас первый раз его увидел. На шторку в ванной, такую дерьмовую, дешевую. Ну, у душевой кабины такая шторка с соплей. Такая... Вот это вот оно. Пиздец, блин, что-то, блядь, это нет, не пошло. Это катка, не катка, а раунд такой, да, был. Какие оперативники больше по душе, которых заказывают? О-хо-хо, донатьте, сучки! На самом деле это не за деньги, ну ладно. За что? А, так это еще не за деньги? Это очки канала просто. Бля, вот это ты долбоёб. Я-то думал, я тоже думал, ты такой, типа, вот заказывают, я думал, это эти. Ну, типа, народ там что-нибудь донатит, говорит. Ну... Как тебе играть в смерть? Вот так вот. А что-то чуваки выходят, что-то заходят. Вообще покинут, норм, красава! Мы их морально сломали, потому что мы с Костяном вот своим кооперативным прохождением за дезморали решили, что, блядь, нет смысла тратить на эту хуйню время. Спасибо, там чел. Все игры эти, вот эти все три, они кооперативные? Да. Прикольно. Ну вот Beyond тоже был типа кооперативный. Ты это хуйня, как ты все, что ты сделал. Вот, блядь, у Supermassive прикольный кооператив. Ну окей. Алёня, Sense — это зеленое говно. Вот тебе идея. Пиздатая. Окей, у вас батла какая-нибудь стоит на компах? У меня пятая. У меня нету. У меня стоит лучшая. Нет. 2042. У тебя она потянет, если что?
Если ну, что-что. Сидж 60 на максималках выдает. Ну, я думаю, пятую потянет. Хочешь побегать? Батла требует. Нет. Нет, ну хорошо. Ты не с того вопроса начал, надо было начать с вопроса, хочешь ли? Пятую 100% потянет современный. У меня есть ДБД, мне больше как бы вообще нахуй ничего не надо. Вы, кстати, два рыжих пиздяка обещали со мной поиграть в этот, Back for Blood. Я еще обещал. Ну и ты еще не рыжий пиздюк. Я спасибо. Не против, не забыл. Я не отказываюсь от своих слов. Вопрос. Играть не буду. Ну так два месяца прошло, я все. Ну, как это? Ну, суженого три года ждут. Пизже, чем, блять, завершение, там вся хуйня. Суженного очка. Суженное очко. Что-то как-то странно, но нормально, я думаю. Сойдет. Ну хорошо. Мы тут заделаны все. Ёбаный рой. Смотри, Тань, я тебе предлагаю Ой, альтернативу. Какая? Поиграть в Dark Tide. А, так это когда выйдет? Ой, больше он, даже... он через два месяца что-то выходит. Бля, пиздец, меня забайтили. Там мы бы примерно в это время и собрались в Back 4 Blood. Кстати, я вот что, тебя убили? Смотрел эти... Back 4 Blood 5 акт собираются выпустить, может тогда? Вау, бля, точно поиграем. Погоди, а было... Пятый именно акт будет? Да, пятый акт. Ну я не знаю, сколько там карт будет. А на релизе было сколько, 3 или 4? 4 акта было. 4. Ну, четвертый. Там в четвертом одномиссия была. А, босс, так понял. А сейчас пятый акт добавят. Да. После четвертого. Нормально. За бабло, никто этого не видел, я надеюсь. Бесплатно. Блять. Мы отлично с ним разменялись просто. Бесплатно, то можно, конечно. Меняй магазин. Клево. Ну, они внизу, в этих... В гномах, хоббитах, вот эта хуйня. Чел, спасибо за донат. Сегодня будет много изысканного юмора, да. Что сами такие мувы интересные там предпринимает. Он же под Кавейра. Да, здесь есть, здесь есть. Вот куда ты идешь, здесь есть. Ты кому? Сайдеду. Слева сейчас, когда зайдешь, будет беловолосая там какая-то. Слышишь? Оружие меняет. Она меня. Яна, что ли? А ты можешь через верх прыгнуть на него? Да, но... А, он вышел. Он ливнул. Да. Блять, он... Я думал, там Сайдед стоит. Не, Сайдед рядом был. Я забайтил его. Сайдед тактически дождался, пока у них один ливнет. Как же он хуево стреляет, да? Сайд. Да, пиздец. Блин, мне вот тоже что-то интересно. Судьба компа Дениса. Блюет соплями. Вернется ли он к тебе, Денис, когда-нибудь твой комп? Не знаю, я развешу объявление. Пропал комп. Пожалуйста, вернись домой, если ты это читаешь. Это типа в конце очень смешной шутки вставляют. Да, да. Да, очень смешные шутки. Очень. Это кто сделал, Леди или ты, Костя? Я делал. Это я. Было очень смешно. Очень. Абсолютно шутеечно. Короче, прикол, если ты просто бьешь, он бьет ножом, а если ты бьешь какую-нибудь стенку, то он бьет прикладом. Блять, на том стриме говорить уже. И до этого. Ну, напоминайте, как это на том стриме говорили, а я-то на этом сказал. Так ты на том же тоже был. Ну и что? Не я же это сказал на том. Главное бить сердце. Ой, тут стреляют. Вообще норм, красава! Денис, мой друг хочет достичь такой же аполлонской комплекции. Расскажите, как вы этого добились? Может быть, тослиные пиццы? Да никто же не умер. Чего ты смеешься?
потому что я задел стену, когда по мне стреляли. Ебать ты вообще. Вот. Спасибо. А, спину, 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 спину. А у нас есть медик? Да, это я. Там еще один на окне, как минимум. Даже два, скорее всего. Два, да. Бля, Лёнь. Спасибо, спасибо, да, спасибо. Очень помогло. А можно мне тоже пилюлю одну? Так я что-то тебя стрельнул уже. Ты не в меня попал. А, да? Да. Не, ты попал в Лёню, а я ему обратно все снес. А, понятно. Понятно, да. В принципе, ясен. Ой, на улице. Молодец, Лёня. Да, я понял уже, да, что я не... А, это... Убежал, выбежал не туда, куда надо, но ладно. Было весело все равно. Меняю магазин. Ну, у них на улице последний бегает, круги там нарезает. Вообще норм, красава! Бля, вот это вот привет, папа. Привет, дядя Костя. Почему? Привет, дядя Саша. Привет, дядя Саша. Привет, дядя Лня. Папа, когда начнешь платить алименты? За машины, за черный. На первом этаже. Что? А чё? А чё не попал-то? Я не знаю. Там камера у тебя, скорее всего, была. Спасибо большое, дружок, за донат. Нет, это вам прям в голову было вообще. Странно, старик. Он назвал нас всех папами и спросил, когда мы будем платить ему алименты. Ну, как только мама их отработает. Ну да. А, вот это вот какая-то крюк из... Этот крюк из стены, это была камера Зера. Я, блядь, думаю, что это такое вообще? Я серьезно не думал, не знал, что это камера. Кто вообще за Зера играет? Вообще, да. Ну их, блядь, MVP. Еще поинтересовались, как достичь такой аполлонской комплекции, как у Дениса. Может быть, четырехслойная пицца? Надо много кушать и мало двигаться. Да. Привяжи себя, чтобы вообще не вставать ниоткуда. Нет, ты думаешь, что у меня непривязанного есть дохуя желание вставать? Да ты ошибаешься. Я так понимаю, твои весы остались там же, где и комп. Где-то в лимбе. Денис, твои весы втоптаны, блядь, куда-то в питерскую квартиру. Она ушла в квартиру, Миша. Блинчик. Так, мне дали скин неоновый даун. Осуждаем. А, ты тоже... Так, мне дали скин неоновый... Особо одаренный. Понятно. Так, я пошел гулять собаку. Ты прям сейчас? Так быстро. А я время проебал. А, блядь, да, залетай. Да, Саня, заходи. Только тебя и ждем. Внезапно. Да, я, чё, я на часы так что-то посмотрел и такой... У-у-у! Ой. Ладно, все, чао. Пока. Давай. Доброй ночи, хорошей прогулки. Кто-то на весы посмотрел, кто-то на часы посмотрел. А ты на что посмотрел? На SSD. Да, на SSD. А ты, Заки, заказал себе Салик уже по дешевке M2 SSD какой-нибудь? Ну, я очень хочу. Но все, никак не могу определиться. Я его заказал. На 2. Какой на, Samsung? На 2, 980 Pro за 19K. 980 Pro? Ничего 2 себе. 2 терабайта, да. Плохо. А на Алике не опасно такие вещи заказывать? Нет. Абсолютно не опасно. Там, смотря какой магазин, если, типа, с хорошим рейтингом, там, типа, специализируется на SSD-хах, на этих, то нормально. То есть там нормальные будут SSD-хи? Ну, да, да. Они да, подпольные, да, паленые? Нет. Яо Юе Стор, вот этот вот один из самых да, лучших. Да, 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 я там и брал. Во-во. Я, у меня оттуда два лежит в корзине. SSD придет сразу в скинтайм. Он, 2 терабайта хентая, Костя, удачи, блядь. Он придет... Ну я уже, блядь, устал на 585-й вкладке Pornhub. Ну что-то нужно новое. Так, Сане инвайт надо? А, точно, да, конечно. Еще не зашел.
О, ну вот 980 за 7900, например, можно взять. Не про. Ну, кстати, я вот... А, ну про там просто Gen 4, да, он? По-моему. Да. Ну вот чисто под игры именно Gen 4, мне кажется, особо смысла нет. А куда Костян заказывал? В пятерочку? Или как? Я ебёт. Ну, интересно. Какую пятерочку? Ну, в пятерочку можно заказывать заказы с Алиэкспресса. Ну, не все, но много. Там центр выдачи, что ли? Да, 5 пост, не реклама. Я такой, я недавно был на кассе, типа, купил продукт, там мешок, и говорю, вот вам, пожалуйста, штрих-код выдайте мне, геймпад. Так сказать. Так сказать. И что, они так сказали? Ну да, там еще народ стоит в очереди, смотрит. Охерел вообще. Что за геймпад? Все такие, о, бля. Ну, для Xbox Series 2, синенький. А нахуй тебе? Ну, я люблю синенькие геймпады. Же. Геймпады. Кстати, очень... Геймпады? Геймпады. Ну, да. Типа, мне второй нужен в любом случае был. Как в любом случае? Зачем? Он вибрирует, Зеки. Конечно. Но я обычно... Конечно, люблю... зачем мне другой? Я обычно отключаю вибрацию, потому что она жрет батарейку. Ну, хотя нет, на самом деле в Xbox-овском не отключаю, потому что там он и так долго живет. А вот у DualSense я все вообще вырубаю. Чуть только можно и этот самый, и вибрацию, и подсветку минимальную ставил. Саня, я позвал. Мне кажется, Саня не примет инвайт, пока мы не сходим в Back 4 Blood. Я Сане кинул инвайт в Back 4 Blood. Так, еще раз, что ли? Вот все попробуйте кинуть, от кого-нибудь должно прийти. Я уж пиздец там инвайтов нахуярил. Вот кто-нибудь с Эдит или Денис? И проверьте, чтобы вы были не в офлайне в этом. А, ну да, вы вроде в онлайне. Кинул. Что, Сан, есть что-нибудь? Саня? Нету, говорю. Бля, ну открой, что открой чат. Надо. Shift F2, там чат, и там должно быть. Да, Shift F2, чат слева. А, в чате? Друзья. Ну, это как один из вариантов. Так. Чел, спасибо за донат. Саня, когда станешь королем Чувашии? Так, нет на месте никогда Дениса. Саня уже. Тогда, слушай, сверни, короче, игру и открой приложение Uplay, и там чат. Последний раз мне такое помогало. Да, мне тоже, но у меня почему-то не открывается теперь это приложение. Ну, список друзей. Дружок, спасибо за донат. Дядя Зак, ты лучше. Спасибо за спасибо. Спасибо. Ну, у меня пишет Денис, нет на месте. А, ну, мой что, они от кого другого нету инвайта, что ли? Заки, скажи, в чем смысл, если они вроде ничем не отличаются от Xbox One? Ну как, там как бы рифленая поверхность есть на нижней части, вот где руки у тебя получается. Там кнопочка Share дополнительная. Ну, чуть-чуть форма отличается, вот на доле миллиметров, но отличается. Это сложно заметить. Но есть небольшие отличия. И, кстати, прикольную функцию Microsoft добавили. Если к нескольким устройствам приконектить геймпад и клавишу синхронизации нажать два раза, то он между двумя устройствами переключается туда-сюда. Например, между боксом или компом я переключаю очень удобно. Можно, например, между ноутом и так, ладно, планшетом ладно. И так далее. Все, не надо так много вопросов. Сань, как дела? Нету.
Бля, перезапусти Uplay, я не знаю. Сейчас. А, пусть только Сани попробует перезапустить Uplay и игру. Ну да, я это и сказал. Пусть только попробует, да. Вот, да, я угрозу почувствовал. Тут тучи со стороны Зеленограда сразу пришли в Новочебоксарск. Блин, а я с кондиционером вообще не знаю, что там за погода на улице. Теперь... Блять, так, у меня погода нет. На улице 38 ебучих градусов. Слава богу, тут кондиционеры в каждой квартире. А, там темно уж. Не, музыки с доната нету сегодня. Приходите послезавтра, там стрим по Apex, или в пятницу, там вот там музыка будет. Вообще норм, красава! Темно в жопе. Аноним, спасибо большое за донат. Темно в жопе. Аноним, спасибо большое за информацию. Андрейка, спасибо за донат. А куда уехал Денис? Ну, возможно, это секретная информация, не знаю. Будет ли он тебе отвечать. Так, что там с перезапуском, как дела обстоят? Захожу сейчас. Так, кидайте. Поехали. Так. Все, почти поехали. Во, поехали. Поехали. Хуя. Нихуя? Uh-uh. Блять. Так. Давай, Саня, ты нам попробуй кинуть инвайт. Можешь, нет? Давай, сейчас. Так, ну я вроде ничего не вижу. Так, ага, есть. Так, кинул, к сайду закинул, Заки кинул. Есть. Денис кинул. Угу. Ну я тогда перезапускаю Uplay. Ну давай мы тебе попробуем кинуть, погоди. А, ну ладно, перезапусти. Так еще со сайта... Не, погоди, сейчас я Денис тебе. У меня нету твоих инвайтов. Блять, я кину тебе и Денису. Короче, понятно. Перезапускаемся. Ну, хуй знает все, давайте. Допустим. Давайте. Че, юбики кого-то из эпиков знали, что ли? Я не понял. Да ладно, не всегда так было. Ну, кстати, вчера, когда там мы играли, нормально же было все. Ну, всегда был шанс, что что-то пойдет по пизде. Блять, еще постоянно разлогинивает из этого Ubisoft Connect, когда, блять, сидишь через Steam открываешь. Пусть он выберет статус «Нет на месте». Кто? Денис. У Дениса и так статус «Нет на месте». Возможно, ему стоило его поставить на онлайн, да. Да, кстати, вот, ну, у кого статус «Нет на месте», выбирайте. Ну, от Костяна там не пришел инвайт. Ну, это бывает. В первый раз, когда мы играли. Но рекомендуют все равно убирать. По крайней мере, я такое слышал.
15 году шанс был такой меньше. Понятно. 15 год. Макарошки, привет. Зашли? Недавно смотрел запись стрима по Сиджу на душевном подкасте, где Денис и Костя раз и навсегда попрощались с Сиджом. О, к сайту я... Да, ну из таких записей смотрел. Будет ли запись этого стрима? Ну, если никто ничего не сделает такого, то будет. Дзен, тебе инвайт приходит? Да, мне пришел. Отлично. А, кстати, что вам нравилось больше, инвайт? Юппи или Зука? А? Мне ничего из этих мне никогда не нравилось. Вроде бы Зука самый Имба Энерджи! Никто не поддержал. Интересно, как я у нее. Я сам себя не поддержал. Как у нее сейчас дела вообще? Ничего себе. Сиротовеллы. А, вы знаете, что переделали? Кофе дрип, знаете, что это такое? Да. Вкусная штука. Как? Ну, кофе. Это капсульное форма... что-то? Нет, да, такие... Не знаю, в смысле. Какой типа пакетик, который ты... Ну, как, блядь, как мусорный пакет, только с кофе и для кружки. Ты его так втыкаешь в кружку, заливаешь кипятком, потом поднимаешь этот пакет, выбрасываешь. То есть обычно растворимый кофе какой-то? Одноразовый пакет, типа, да? Для кофе. Ну, да, да. Ну, так довольно дорогой, и это... Говоришь, что... Это, короче, МакКофе 3 в одном, просто они изъебнулись и сделали упаковку какую-то блатную. Спасибо аноним за донат. Знаете, к какому типу оружия относится к хуй? К нализному. Блядь, не надо, не читай. Ладно. Как хуета ебаная, блядь, чел. Ну, ты вот потратил на это дерьмо деньги, ну, серьезно. Лучше бы уж назвал кого-нибудь из нас, я не знаю, там... Или что, ну, блядь, было бы смешнее. О, ты потратил деньги на шутку, которая была в нарезке по батле. Еще хуже. Это дерьмо дотекло до какой-то нарезки. А как это я придумал? Заехать, а? На донат поставить. А никак? Давно. О. А у МБ все равно Мосигре теперь продается. На крыше желтого дома да. Невидимка. Данных по контейнеру нет. Сейчас пойду и не увижу его. Нужно перезарядить! Где камера? Я уже забыл. Так, круто ли будет? Ёп. Так, а я что-то, по-моему, в фавел не играл еще переработанные. Да вроде играл, нет? Нет. По-моему, ну, ладно. Их давно переделали? Ну, да. Да, давненько. Полгода точно, по-моему. А может и год. Ну, я примерно столько и не играл. Блять, там еще комната какая-то. Там какая-то гомограмма бегает. А, это, блять, это другое здание. Ух, ебать, он обоих. Ой, где он? Вижу. А, где-то. Бил. Бил, да. Меня спалили. Activating masturbator. Нихуя себе. У них там лазер, ребят. Где там? На точке первый этаж. Бля, ебать, тут сложно, конечно. Ты можешь машинкой отключить лазер. Она сдохнет, то он отключится. Окей, окей, бунер. На, блядь!
Сука! Впечатал просто нахуй. Без негатива. О, в атаке дробовик есть. Не помнит? Не знаю. Не помню. Финки есть. Так, а чё за захват, да? Вообще норм, красава! Я понял, почему трупы оперативников исчезают после смерти. Их ж настолько сгорает, что испепеляет их самих. Нужно найти химконтейнер. Спасибо большое, чел, за донат. Пиздец, блядь, шахт каких-то понаделали для дронов. Я, короче, говорю, официально доверяю, прошлые фавелы были лучше. Все прошлые карты были лучше. Ну, вы иронии не поняли, я в прошлые фавелы не любил. А-а-а. Очень сложная ирония. Ой, блядь. Второй этаж. Желтое здание. Наверху обстрел идет с желтого здания. Не идет. Так, Заки, позади тебя вот здесь есть. Там кто-то тусит на лестнице. Угу. Пиздец, они все внешние стенки убрали в здании, ломаемые. Да, что-то как-то мало убрали. Ну, я с Лоджом бегаю, блядь, еще где бы молотом продолбиться, а да я вот не знаю, где поставить свою кластерку. Заряжаю! Блядь. Возможно, с той стороны есть. А ты же можешь вот прям здесь поставить, на точке. Да ладно. Ну, не, вот, да. Там, да. По-моему, непробиваемая была, нет? В смысле, блядь, вот она, деревянная. Хуя! Нормально. Она причем не меня, по-моему, хотела. Бля. Эх. Где лестница-то, блядская? Она одна в ней есть только вот, где ради Пита она должна быть там. Ой, блядь, не так. Ты чё ты пишешь? Меня Мира убила в соседней комнате, Заки, от тебя. Сейчас подроним. С похуй. Коля, ты пырешь? Да, но там перед тобой. Чисто, чё? Блять, куда я иду-то? Ну, ладно. Нормально. За... Хорош, мега хорош. Бабу с кунаями, хорошо. Так ебать. Mm-hmm.
обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Эстен. Нормас, нормас. Охуенно сейчас поживемся. Как там мать имя ты сейчас снимает видосы, я последний раз такие взрывы видел, когда мать закинула керосин. Ну я не смотрю, но хуярит. Просмотр хоть есть? Да. Спасибо тебе за донат. Не дохуя, но у него ж никогда особо, по-моему, много не было. Джамбл-бомба. Не, ну там, учитывая, что он каждый день выпускал, там по 200 тысяч, то у него вроде собирало. Ну и сейчас он столько же... Там у него пиздец какой-то новый супер-кринжовый формат появился. Он стоит на зеленке с микрофоном Shure SM7B перед лицом держит и, блядь, потом себя вырезает по альфе и, блядь, на геймплей накладывает в полный рост. Ну, этой херней Бэджер, я помню, страдал, но буквально два видоса и понял, что это хуйня. Ну, вот Матимя не понял. Блядь, пиздец, вообще карту не узнаю. Я не узнаю вас в гриме. Ань, здесь противник. Бля, у меня таса. Сейчас меня хватит за волоса. На жопе. Ну, у меня 125 хп. Так тебе мало или много? Много, я думал, 100 должно быть, нет? У меня вот 110 изначально. Это с броней у тебя, типа. А, погоди. Нет. Это, наверное, классификация, типа, вот эти три уровня жирности оперативников, да? Ты самый жирный, да. Оперативник. Я знаю, что не надо было доповедать. На южном окне висит кто-то. Возможно, слэш. Фиг не слэйр, Гарсикс. Второго, что ли? Желтая лестница. Блять, это мне вообще ничего не говорит. Я, блядь, как скажу, сам не знаю, Сань, ёпта. Вот я на желтый. Вот здесь я пометил, вот там, где метка номер 3. Так, сиди, отползай. Отползаю. Саня. Можно? Нужно, все. Саня, нужно. Там еще один был, их там двое было. Киляйся. Нормально. Нет, у меня кончилось. А. Ой, нихуя, блядь, что-то мне взорвалось в очке. У меня тоже. А капкан, почему-то мой кого-то наш ебнул. Да, меня. А как он ебнуть, а? Парни, они захватывают. Блядь, а где точка? Сука. Под нами. Прыгай в унитаз. Кто там? Кто? На окне висит. Возле точки. Вот это право окно. Да, блять, окно. Справа. Пиу! Хуяк! Это потому что я револьвером его отвлек. Смотри. Хорош. Пиу! Тимплей, наконец-то нормальный тимплей. Смотри, какой красивый, да? Какая скромная женщина. Из вот этих уебонов всех. Хуяк. У нее на ботинках золотые носки. В смысле, без уебонов. На ботинках? На ботинках. Понятно. И не хватает только вот этой рэперской цепи, знаешь, такой толстенный. А кто у нас там лидер? Сайдет вроде всех собирал. Да, сейчас вытащу. А теперь века луповый. Yes, ты, блядь. Та летнюю шутку вспомнил. Там уже вековыривый было. Да, вообще там было вековыривый. Я думаю, это от региона к региону видоизменялось. Мне кажется, нет. Блять, пакет не успел открыть. С гречей? Я считал.
Че, так все резко замолчали? Или куда вы делись? Я в кресле откинулся. Нет, ты пока вроде еще живой. А, что-то у меня на первом этаже метелка заработала. Блять. Подвал, наверное. Машинка резнулась вообще за три пизды, блять. Да почему они на первом ключе? Да. Могли бы вообще в другом городе, бля, зарезать. В другом сервере. В другой игре. В Back 4 Blood. Back 4 Blood. Проститутки. Так. А чё у нас заряд? А я, у меня, видимо, вообще все сбросилось. Окей, я уберу потом, когда играем. Наверное, у тебя только одна стоит от режима. Так, стоп, а где камера в гараже? А, вот она. Слева, опа. Слева, слева. Он был слева. Я направо. В бывшей комнате ребенка. Нихуя себе, блядь, пацаны! Сука. Но я его перестрелял, вот он. Кривой ебался дебил. В дверь с разбега. Ну да, я тоже думал, что ебался в дверь с разбега. Но второй еще вылетел, там ошалевший какой-то. Они из окна спрыгнули, да? Да, да, да. Бля, пиздец, дом какой-то незнакомый, не родной. Вообще. Денис, над тобой в комнате человек должен быть. Ой, блядь. Почему граната удалась, блядь? Да. Откуда он стрелял? Ай, блядь, откуда? Вот отсюда. Там же улица раньше была. Ну чё за нахуй, блядь, а? Здесь тебя палит камера. Вообще похую. Да рукой. Да. Там вообще у тебя молот будет. Есть как бы, Денис, ну ладно. Но молот же не рука, блядь. Пошли вы нахуй. Рубрика «Звуки Заки» у нас нечто подобное вроде есть. Там что-то про поезд было, я помню. Еще что-то вроде. Так, ебать, пиздец как. Давайте просто зарашим. Сейчас зарашим. Бля, а чё у рекрута дробовика нету? Да. Бля, в натуре только шорти. Шорты? Шорти. 870-й укороченный. Это ж самый охуенный. А, не, подожди, шорти это Мозамбик, что ли, с тремя патронами? Да, Мозамбик. Ага, ну это хуйня. Не 870-й. А, это пистолетный слот. Влад. Лёха. Салат. Блять, второй. Что-то там какие-то стратегические... Да, они в этой, в детской, по-моему, ломают это... Стену на уровне этого пола. Чтоб если по лестнице пойдем. Не понимают, что на это все похуй. Да. В коридоре между туалетом и мастерской. Насрано. Берегитесь. И палят дверь, которая выходит в сад, ребята. Южная. Южная дверь, аккуратно. Палят в сад. А, южная, южная. Ебать, Денис, сейчас круто будет. Иду за тобой. Захожу за тобой.
Сука. Ух ты, ебать. Одного на лестнице повалил, ребят. На большой, самой большой лестнице там. Вроде Пит, ты его слышишь даже, кстати. Никого не слышу. Вот на этой лестнице валяться должен. Хотя... А, его подняли походу. Оп. Хорошо. Неплохо. Ой, бля. Ой, пиздец. Они там в человеческую многоножку выстроились, что ли? Парконожку прям, бля, просто уничтожил нахуй. Тёр, блядь. Ну, прости, что... Пиздец. Ну, чё такое? Понимаю. Там все заебал. Когда Верментайд, осенью, когда выйдет Дарктайд. Я бы сейчас поиграл. Липит от одет стенки. Молодец. Так, а ты не ту стенку-то проломал. А какую тебе надо? Ну, надо вот эту между точками. Бать, что тут заделывать-то надо, господи. Гараж. Люки. Да, блядь, пустите. Демоны. Так, и еще здесь люк. Ну, не обязательно. Да. Ой, Амару! Было круто! Денису было круто. Да. Буп. Слышишь? Да, что-то, блядь. Амара же мертва, что это нахуй было? Я был бак. Еще. Да, бак в маленькой комнатушке убил, рядом с кухней. Убил, хорош, убил. Хорош, хорош. Так, ладно. Блять. Барьер установлен. Кибо не подведет. Повезел. О, сейчас Razor Boom сработает. Там капкан сработал. С гараж этот, с улицы. Живых только один противник. Мне кажется, с окна хорошо будет его снять. По-моему, узкая лестница, ребята, я слышал его там. Узкая? Блять. Ну, напеределывали, ебать. Нет, он да, на... Да, узкая лестница. Но нет, это по-моему, это не узкая. Ну, вполне узкая. В смысле, она так называется? Я понять не имею, как она называется. Но она узкая. Я просто подумал, ты про одинарную соседнюю имел в виду. Нет. Не пройти, блядь. Не перепрыгнуть да. Можно. Ну, там, типа, нащупать можно, да. Точку. О, я... Да. Я почему-то думал, что это свой тоже, да? Я даже стрелять не начал, да? Я тоже подумал, что это свой. А что за лепёхи? Что за коровьи лепёхи в дверных проёмах? Да. Удобрение.
Так. К обороне, не дайте врагу пройти. Блять, что, где мы? Не понимаю, что это вообще надо делает. Надо пробить чему-то стенку. Кого им пока? Я тоже иду, думаю, иду. Что заделать. Есть. Что нет? Блять, ну, нормально. Ох, за шутки над Денисом банить, но если они нормальные, то, наверное, не надо. 5 секунд. Мне кажется, в этом вопросе Саня был бы хорошим специалистом. Эксперт по шуткам? Малость, да. Если не смешная, банить нахер, то вот так вот. Ну, мне в казаке хуёвые новости. Да. Ловушка есть. Так где выход? Вот, зашли, его было. Оу! Тимплей. Да я тебя похуярил. Понятно. Куда ты нахуй лезешь? Хуесосина? Просто, да, лезь. Пиздец, тупой ёбище, блядское, без негатива. Что-то ломаю. Убил. Никто не о, хочет через кого-то, блядь, сегодня убил. Подвал. Да? Тренажерка, по тренажерке, чел. Не вижу его больше. Эйс на улице пилится на точку. Меня с улицы убили. У! Блять. О, кусок говна. Он в окне, прямо перед тобой. Кто тут? Костян, Саня. Да. В окне это где? Толчок, второй этаж. Второй этаж, да. Что-то это... О, где сработала моя хуйня? А я не помню, где поставил. Если что, меня убили на первом этаже, рядом с этой лестницей, куда Санику смотрит. Сань, за... Чего? Отключают. Уничтожьте деактиватор. Так, а какая точка-то? Ебать, что за хуйня? Да, здесь есть. А где? Ищите. А, вон там в углу, скорее всего, да, вот. А, нашел. Изи. Задание выполнено. Сраки разъебаны. Okay. Настоящий мужчина. Ну, если у них сраки разъебаны, значит мы разработчики, получается, что ли, все, да? Я, нет, наверное, если бы у них сраки были разработаны. Чё, сука, все с такой задержкой делается. Пиздец. Да ну нахуй. Я солидарен с Александром.
Блять, ну ладно. Блин, пацаны, не. Погодите, погодите, я может смогу вас всех вытащить. Можем не собраться, реально, реально, типа, если развалимся, можем. Не получится выходить сами. Да все, там, блять, уже потекла жижа. Сейчас попробую собрать, если что, Костян соберет. Ну что, прокашлялась, наверное, это. О, пришло. Пришло. Так, мне дали пакет. Ну-ка, ебать, там какая-то легендарка. Пиздец, что за уебищное говно использовать для всех. Самый грустный короткий рассказ. Все, можно начинать играть? Ну все тут. А, я думаю, там просто точишь. Это никак Костяну не мешает. Мешает, да. Я бы, конечно, предпочел, чтобы он этого не делал, когда мы подкаст пишем. В смысле, предпочел? Я стесняюсь попросить. Ты, типа, по очереди хочешь или что? А вы что, в одной комнате пишетесь? В одной постели? Под одеялком. В постели твоей мамаши Заки. Осуждаю. Бля, Костян, как ты мог? Я хуй знаю. Слишком давно не собирались, да? Пиздец, да, что-то это. Хуйня произошла. Так, был ли кто-то заказан в защите? Ой, ты похуй же, а. Бросай ты с этим заказами. Блин, никак не могу, Саня, остановиться. Такие цены хорошие на Алиэкспрессе. У меня аж сердце защемило. Это был, блин, была как будто реклама Алиэкспресса. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Так, ебать. Ну тут все попроще. Как? Ну, стоп. Эту карту я знаю. Кто, блядь, стал тут? Нет, что-то тоже изменили. Тут да что-то нет. Тоже изменили. Изменили. Ее давно, давно изменили, ты чё? Ну да, нет, ну вот баба, границу да. Не так хуёво реворкнули, как все остальное. Окей. Так, не надо так это хуй. Заделать. Локер, я, наверное, считаю так. Полагаю, есть у меня мнение. Да, я, кстати, знаю, что по 2, по 3 можно ставить капканы, но я смысла особо не вижу. Ну вот сюда, кстати, можно, например. Но я не хочу. Не дайте врагу добраться до объекта. Блять. Мы... Ну, стиви расстреливают. Оп. И локер тоже. А, стиви чистый. Зашли в локер. Но они тут рядышком трутся вроде уже. Да пиздец. Слэдж в локер сейчас зайдет. И кто-то, по-моему, в окно еще залетает там. Блять, это было. Блять, напугал. В окне убился это. Блять, забежал в CTV. Автобус. Блять, у них это. Никак не равный бой, встречай. Ай, ты пидорасин. Бля, ёбаный рот, осуждаем. Я же говорил, не успеешь. Его было кольнись. Шпунькнись. А, так я один. Да, и он один. Так что не подведи нас. Она. Он там еще раз с автобуса можно запрыгнуть, как я забыл, называется эта хуйня комната. Ого, нихуя. Это что было, блядь? Овца! Как она вообще? Пуля прямо рядом с моим носом вот просвистела. Хотя, может, пузо торчало, я не знаю.
На полу там лежала в метре от тебя. Просто раса Гузеева из Сани вырвалась. Ой. А? Я вспомнил, как Костян Пиков накидал с задержкой 5 секунд. Ну, типа, POV, тебе 30 лет, ты пытаешься успеть себя запикать. Я уже забыл. Это в подкасте придумали, что ли, использовать, или что? Нет, у меня просто есть большая кнопка такая. Как она выглядит? В смысле... Что это такое? Она переливается всеми ЛГБТ-цветами, на ней нарисован восклицательный знак, собака, решетка, знак доллара, вопросительный знак и звездочка. Так это геймерская кнопка еще. Я могу, блядь, сфоткать сейчас. Я могу даже нахуй видео записать, чтобы ты видел, как это ЛГБТ переливается. Здесь укрепил! Вот врага нашел хим-контейнер. Я отправил тебе в Дискорд. Наслаждайся видом этой кнопки. В личку, блин, что ли? Там не дикпик, я надеюсь. Нет. Зато он переливается всеми цветами ЛГБТ. Он же геймер. Ох, ебать, какая у тебя там станция. Пожалуйста, больше не заказывайте персонажей, и мы не успеем за них сыграть. Точнее, я. Заказывайте. Чтобы Заки пока не сыграет за всех. Никуда не ушел. Тут сломали эту. Как ее? Блять, а как мне поставить? Блять. Патронов нет. Денис, мне нужен твой шприц. Кожаный. Стой, стой, стой! Куда ты пошел? Сейчас на точку зайдет. Как? Как ты это сделал? Главного? Так я сказал тебе, стой, блядь. Я стоял. Давай, 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 давай! Да как? Хорош! А я не убил. Все равно хорош, я так чисто подержать. Вы там шприц, что ли, друг другу передаете? Его подняли, нет, интересно? Да ебаная эта сука. Откуда тебе? Ну, с главного хода. Куда тебя? Я... Да, на главном, камеру сломали там. Yes. Да, я звонил. Блять, вот урод. Ты видел, Денис, слева? Да, я знаю. А, точка-то там. Точка. Вот так. Сойди, зайди, зайди! Хорош. А есть шприц? Не откончились. Потому справа, что Сайдер бегал. Я стоял смирно. Хуяк. Я тебе, Сайдер, сказал стой, еще когда ты у подножья лестницы был. Ты по ней на самый верх забежал. Там враги были, я хотел... Или ты стоя забежал. Пиздец. Ну, чё, короче, сейчас победим. Сейчас будет круто? Да. Та-дам-там-та-дам. Да ладно, 4 на 5 все равно затащим. Ром, почему 4 на 5? Потому что ты сдохнешь. Ты сдохнешь, тварь. Блять. Без негатива. Конечно. А я хуй забыл, без... на кого был заказ. Первый этаж. Так, стоп, а сейчас какую-то сторону-то можно круто сделать, я чуть не понимаю. Северный, наверное. Северный нет, респауна. Ты как раз на северный спаунишь. А. Погоди-ка. Север сверху заки. Mm-hmm.
Ну да, это не совсем северный, окей. До начала 5 секунд. Обнаружьте. Пришел какой-то гой. Спали в дырочку, блять. Сейчас я готов. Сайдет. Вот перед тобой вот сейчас стоит. Будет стенка пробиваемая. Понял. Блять, и Саня, вот, мечу, ебашьте, смотрите, сейчас вас заебали. Давай, ебашь, а то я тебя расстреляю, нахуй. Блять, ну... Сань! Пиздец. Чего? Пиздец, блять, реакция дедов, нахуй. Не, а нет, меня и метку не видел. Сань, видал, Саня? Видал. Видал, круто было. Да. Видал, Сань? Видал, Сань? Охуенно было. Вот это Денис. Она, блядь, на шкафу сидела. Я там не ожидал ее увидеть. Заки. Да-да-да-да-да, что? На втором кто-то сидел? Чего? Ой, ёб, ну ты что? Я ж тебе дырку сделал. Слева был, Сань, слева на точке. Заходишь слева, и слева. Сань, слева, да. Ну слева, я понял. Ах ты, ебать. Блядь, нихуя. Убей, Заки. Так. Давай это, по киберкотлетному сидеть до конца. Нихуя. Эх. Это что так? Бля, нихуя. Вон дырочка, давай туда. Да не, зачем тебе больше-то? Денис бы не прошел. А, это Костян. Ладно. Лазер. Да. Все оперативники мертвы. Кстати, Денис, ты пробовал какие-нибудь новые вкусы? Принглс. Ну, там, где ты находишься, его продают вообще, в принципе. Понятия не имею. Ладно. А какой у вас самый любимый вкус? Принглс. Он, сука, 250 рублей у нас стоит. Он для никакой. Ну, я вот с паприкой люблю. Вкус распродажи. Угу. Причем, по-моему, эти 250 рублей, там это красная цена была. Ну, типа, это со скидкой. Красная цена, это же из пятерочки товары. Определите, где химконтейнер. Мне кажется, они с первого этажа прибежали на второй. Думаю, они где-то на первом. Спасибо, Микан. Срат, они второй заделывают. Ну, они заделывают второй, но мне кажется, они прибежали с первого. Ну да, с первого прибежали. Ну, рядом с туалетами точка. Вот. Ага, что-то души не ебу, как туда попасть, если честно. Да. На точку? Да. Обнаружите и контейнер. Реально без понятия, как-то попасть. Там уже что-то сломали какие-то, блять, эти. Там это сейчас что-то туда-сюда. Денис, там по второму бегали. Нихуя. Да. Бэт. Эх, блин. А, там со второго, бля, ебать, там киберспорт развернулся, чуваки.
Надо второй чистить. Да, это я понял, что там происходит. Надо чистить его потихоньку. Там пиздец, блядь, все заделано. Ща пропилюсь. Тут у меня есть штука. Я начистил лежи, второй, лежи, пацаны. Лежи, ползи точнее. Ползу. А, понял, не ползи. Блядь. Так, минус один, блин. Меня... Блядь, второй лежит. Убил. Хорош. Еще один есть сверху. Ковер убил. Хорош. Добили. А Руни последний раз на точке была. Меняю магазин. Ну это было, когда я влетал. Ага. А Руни или Азуми вот этого? Азуни, само собой, да. Блять. Тань. Нормально. Там не выглядывай. Вот да, хорошая идея. Сейчас я помечу ее. Она не на точке. В коридоре. Заходи на точку. Готовьте позиции. Он за эту хуйню прятает. Ну ладно. Метка. А перебежала. Сава хуй, слушай, да? Ну! Ой, блядь. Вот же пи. Смешно, блядь. Блядь. Он потерся от тебя жопой. Чё, доброй ночи. Погоди, в смысле? Да? А, проиграли? Я же говорю, да, последняя сыграла. А, я думал 2-2 будет. Фэд, так нельзя. Ты чё? Ну, ты же не снёшь. Давай последняя только. Угу. Бля, он там. Да, нормально все. Бля. Ну давайте уж отыграем. Нет, давайте. На другой карте отыграем. Ой, бля. Ладно, давайте проголосуем, Саня. Я бы вышел. Ну давайте выйдем, блядь, пиздец, сыкливые, блядь. Что сыкливые же, хуёвые же карты. Мы этим более не знаем нихуя. Да, а Сань, забей, играть, он это сказал только, чтобы место. Тикалку свою нажать. Я как не посмотрю, наш чат у нас постоянно кого-то банит. Блин, уточка разбаня, нормальная шутка была. А, все здесь. Во! Другое дело. Но. Ну, Клиффорд Кайт, по-моему, это не девушка, я не уверен. Ну ладно. Ладно. Ой. Что-то у меня солнце сломалось. А, так говорите, кого там заказали, и больше, пожалуйста, не заказывайте. Если кто-то остался, напомните. Что случилось? Что у Кэсов енота высрал? Люблю срать енотами. А
Определите, где химконтейнер. Блин, так забавно было, когда робот в Детройте стал жарить какого-то дохлого суслика для девочки. Когда они там с Карой укрывались. Забавно. В доме в каком-то, да. Ну, я эту Кару слил сразу, нахуй. Я решил, что суслики мне дороже, чем вонючий робот. А ты всегда за роботов играешь в Детройте. За андроидов. Суслики, правда, чему приносит? Ну да ладно. Чума, это нормально. Господи, чума-то излечима довольно просто. Ты чё, конечно. Вообще изи. Как назвать? 21 век, алё, ребят. Выпиливаешь треть Европы, и все хорошо. Да не, я имею в виду, сейчас-то она легкая. Ну да, легкого у тебя не будет. Каких там девушек двух знаешь? Вы сталкивались, видимо, с ней больше, чем я. Это я чату, если что. Я слышал чьи-то страдания нечеловеческие. Да. У них есть капкан, берегитесь. Чё у них есть, да. Гоя? Тян, отойди, пожалуйста, на всякий случай. Не запрыгивай, там разорблум. Капкан волков, капкан мертвый. Там справа четко чувак сидел, Костян. Так, есть чем стенку сломать? Да. Он, если чё, не стеганул. Нет, в смысле, у тебя шпилилки, да? А, ну давай я так распилю, а ты дальше своей. А зачем эту стенку сломать? Ну, чтобы пройти к той. Ну, хотя можно с коридора. Нихера себе, это говно ваншотит. Боже, такое приключится, вот, пропилить, да, можно здесь. А. Ты, ёб, там снизу кавера. Понял. Хорош. Нет, это не кавера, это... А, вниз он спрыгнул, Костян. Не можешь не париться. О, блядь! Ой, блядь! Так, ладно, я это сделаю. Блядь, не вставай, Костян, не вставай. Ползи нахуй. Пиздец. Как Костян нажал кнопку девайса IQ, а игра вот такая, IQ не обнаружена. А нихуя тут, блять, окна. Нихуя себе простыкал. Вон, где Костян по жопе шлепнул. Я тоже так. Опа, нахуй. Хорош. Нет, не здесь. Так, отвлекалочку сейчас кину. Костян, да как ты это делаешь-то нахуй? Тайминги, блядь. Тайминги. Откуда? А, все, вижу. Слева. Да, я тебе в лицо засунул. Пиздец, напруга какая страшная. Так, нахуй. Ладно, тем при IQ не сработало. И алкоголизм? Да. Нужно найти химконтейнер. Блин, какие страшные текстуры. Мой внизу. Нет. Это лодки. Блин, чё-то вспомнил Cold Fear. Помню, прикольная игра была. Там тоже на этом самом, на корабле была тема. Ну, там, правда, дождь был, а не снег. Хотя, может, и мокрый снег был. У них это, фростюха есть. Под щитами и ставит Левина. И мьют есть. У вас ещё 5 секунд. Упс. Объект не удалось обнаружить. Отыщите химконтейнер. Бля, слышишь, иди ко мне, пожалуйста. А вот, Костян, пойдем. Они в лодках. Да, пожалуйста, братан.
Стоп, а где люк? Вот, на всякий случай. Окей. Защищайте химконтейнер. Нихуя себе. Он хорош. Бегим. Это было быстро. Там была ебучая ловушка, ебучий торн. Здесь чувак был. Аж. А может быть силок за щитом, Заки? Угу. И правда. Тань, я сейчас произведу ломание. Аж. Давай. Так, что-то нас обнаружили. Блин. А, контейнер не здесь. Все, понял. Ой, бля, за лодкой. А, вижу. На лестнице граната, блядь, аккуратнее, блядь. Граната. Блин. Бля. Пиздец. А захват идет, не идет, я что-то понять не могу. Да, да, да. Первый на. Да. Рука. Патроны ты прекратил кончились. Стрелять? А. Понятно. Нет, у меня патроны кончились. Она, конечно, хорошо зашла, блядь. Порнослоник в муравье. Здравствуйте, объекта написал. Готовьтесь к обороне химконтейнера. Ловушка готова. Держитесь подальше. Капкан установлен. Что такое? Икота. Не дайте врагу добраться до объекта. Что это такое за это? Не знаю. Какого? Хер. Колючка на месте. Это нормально. Сайдет все еще не разобрался, как их ставить, походу, да? Первый этаж ломают. Второй этаж ломают. И вверх тоже ломают. Ёбаный это с... Сломали твою хуйню, Сайд. Да это понятно. И ты, по-моему, мои капканы поломал, да? Нет, капкан твой не поломал. Ну их там нет. Там двое, как минимум двое с этого, где точка. Блядь, Сакура, наружные двери. За подписку 25 месяцев. Чё-то ник даже не помнит. Блин. Над тобой. Блядь. Бля. Он тебе на жопу сидит. Охуенно. Слэдж будет... Короче, ладно, не важно. Нехороший, ладно. Шел нахуй такой. Еще есть кто-то. Клеймор видишь перед тобой? Да-да-да. Ближи его. Ты не хочешь его сломать? А, ебать. Да, ты один. Вон он спа... Нормально. Они сами все за тебя делают. Хорош, повалил. Бля. Касан, как эта утка из тира 80-х годов. Хоп, хоп. А, на Дэнди, типа, вот это с пистолетом. Чего? А, все?
Все? Да, все. Понятно. Пиздец. Пока, пацаны, я писал уже. Классно отыграли. Все, давайте. На этой давайте, замечательной пока. Победной ну, ноте. Пока, чат, пока, пацаны. Пока, чат. Спасибо большое за донаты, за подписки. Все, всем спокойной ночи. Всем пока.